Актриса не держит зла на бывшего мужа, бросившего ее ради Анджелины Джоли, трудно поверить. Но неувядающая актриса Дженнифер Энистон уже 50. Вчера она отпраздновала свой юбилей, пригласив целую плеяду голливудских знаменитостей. В том числе и особого гостя, своего первого мужа Брэда Питта. Интересно, что второй бывший муж, Джастин Тёрроу, не был приглашен. Питт предложение принял. На вечеринке в Западном Голливуде его появление произвело настоящий фурор. Хотя актер пришел в клуб не при параде, он был в низко надвинутой кепке. На вечеринке также присутствовали Риз Уизерспун, Сандра Буллок, Барбара Стрейзанд, Роберт Дауни-младший и другие звезды. Энистон и Питт были женаты в период с 2000 по 2005 годы, пока в дело не вмешалась Анджелина Джоли. Познакомившись с красоткой на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», Брэд влюбился по уши. Он бросил Дженнифер ради романа, и в конечном итоге, неудачного брака, с Джоли. Долгие годы Энистон переживала боль и обиду на бывшего мужа. Но, судя по приглашению, она больше не держит на него зла. Хотя лучшими друзьями их тоже не назовешь. Они не общаются постоянно. Просто иногда поздравляют друг друга с днем рождения или удачным проектом, говорит инсайдер. Сам звезда Трои сейчас встречается с Шарлиз Терон. Примечательно, что блондинка недолюбливает Анджелину. Та платит ей взаимностью. В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что Терон и Джоли являются друг для друга главными конкурентами в Голливуде.